Кто там, Тея? Кисочка. Боже, она так сидит уже, наверное, часа два. Сначала с бачку возле клетки ходила. Слева, справа, спереди лапку пыталась всунуть. Сейчас уже вот уже все осмерилась, залезла наверх. Кто там? Ну, мамка, ну ты что, не видишь? Там какие-то стуки такие волосатые, хохлатые. Сейчас мы откроем, посмотрим. Вот. Вот кто там. Бедный ребенок ни в туалет не отходит, ни покушать не отходит. Все, вот, вот она туда смотрит и все. Вот, вот, смотрите, что делается. Первое знакомство с курочками. Ну, мы взяли только двоих пока. Такой маленькой клетки хватит и двоим только места. Вот. Теечка, кто там? Кися. Скажи, мамка, не знаю, какие-то стуки, какие-то динозаверы. Вот такие, скажи, динозаверы красивые. Показите. Боже, боже, не покажу. Ну, вот так вот, может, покажу. У нас тут петушок и курочка, вот. Вот такие вот у нас красавцы тоже живут. Ну все, Кашамба теперь тут будет жить. Улеглась вон сверху на клетку. Блин, ты, их нужно в загон назад нести. Мамка, подожди, ты что, какой загон, скажи, смотри, какой 3D-телевизор, 3D-картинка, какое 3D, скажи, 5D, скажи, вон, смотри, вон, как все хорошо видно. Боже, боже, боже. Котям бы тут развлеку, пипец. Скажи, да, уже котов видела других, собак видела, скажи, даже белку видела. А вот таких штуков прикольных, скажи, не видела. Вот, 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 вот. Боже, боже. Аж упал ребенок. Да, скажи, такие классные. Вот, скажи, какие. Орлы. Вот такие орлы.